Вот и Кристофер Робин к нам идет. И сюрприз тут оказался для меня вообще. Я в шоке была с того, что идет такая провокация. Девочки, представляете, как долго я этого ждала. Всем доброе утро. Смотрите, что решила попробовать. Приготовить деньги омлетик. Вот такое вот одно яичко разделила на два, добавила сюда соевого молока и чуть-чуть посолила. Сейчас это все в микроволновку. Получится таких два кружочка омлетика. Наверное. Первый раз так делаю. Открываем. Смотрите, какие воздушные омлетики получились. Сама такие хочу. Сейчас Дэнни на тарелочку положу, будет кушать. Вот такие красивые два омлетика. Так, а себе сделали вот такую вот яичницу с помидорами и с сосисочками. Ну что, мои хорошие, вот бабушка Оля, которая к нам приезжала. Сейчас мы ее провожаем. Да, спасибо вам большое, мне так здорово встретили. Да, ждем вас в гости еще. Непременно. В общем, когда вы к нам приедете? Ну, может быть, теперь под Новый год. Под Новый год, будем ждать. Ну что, мои хорошие, проводили мы тетю Олю, бабушку Олю. Вот, и сейчас едем в Леруа, ну, я уже вам говорила, взять плинтуса по цвету, там посветлее, да, и посмотрим, короче, что как. Короче, девочки, хожу с куском нашего ковролина, смотрите, я еще новый цвет нашла, тоже подходит. Короче, я взяла все цвета, которые больше всего подойдет, сделаем, а остальные верну обратно. А кто у нас все понесет? Все понесет Дэнни. Так, ну что, смотрите, вот меряю сейчас. Вот такой цвет. Он прям вот классно подходит, кстати, под ковролин здесь идеально. Но здесь у нас идет некий контраст, на мой взгляд. Так, теперь меряем вот этот светлый цвет. А этот светлый, он идет у нас более идеально, видите, по цвету вот сюда, к линолеуму. Но контраст идет. Вот не знаю даже, какой лучше. Мне вот эти оба нравятся больше даже, чем серый. А ну-ка. А серый, он, видите, немножко оттенок как будто. Хотя к линолеуму так тоже подходит. Мне кажется, что-то вот из этих более теплых вариантов нужно выбирать. Какой бы выбрали вы? Напишите в комментариях. Всем доброе утро. А мы сегодня проспали в садик, и Денька такой лежит тут счастливый, да? Да. Ура! Не пойдем в садик. Красота какая. Мы не пойдем в садик. Не пойдем, да. Всем доброе утро еще раз. Да, сегодня проспали. Представляете, вообще не понимаю как. Вроде бы не так поздно я вчера легла и ложилась. Я позже бывало время. Сейчас скажу вам, во сколько, 1:30 легли спать. Я сейчас смотрю сериал вот этого «Кальмара». «Игра в кальмара», что-то такое. Корейский сериал новый. Что он там перебил бумажный дом по просмотрам. Но смотрим, пока интересно. Сюжет, конечно, необычный. Вот, и вот досмотрела серию, там еще она так закончилась, легла спать, вроде все было заведено, будильник, все дела, и просто проспали, и смотрю уже из сообщения с садика, что нас ждут, нас и еще кого-то ждут, а я буквально через 6 минут после этого сообщения проснулась, что занятия начинаются, и я такая думаю, если мы только открыли глаза, а у них занятия уже начинаются, то мы уже, блин, минут... Да ну, лететь вот это не надо. Я пишу, типа, нам вообще идти? Спрашиваю воспитателя, ну, как бы мне приводить. Мы только проснулись. Мне приводить ребенка или уже дома оставить? Она пишет, мы занимаемся. Ну, я не поняла, что это значит. Во сколько заканчиваются занятия, я тоже не знаю. Я сначала написала, типа, во сколько занятия заканчиваются после занятия. А потом думаю, да ладно, пусть дома остается уже. Вот, так что Денька сегодня дома. Я еще кофе не налила, сейчас Кристинка должна заскочить в гости ненадолго. И что? А, вчера порожек сейчас покажу, прибили. Из вчерашних изменений, кстати, повесили сюда вешалку. Ой, сюрприз тут оказался для меня вообще, что у меня здесь плохие стены, представляете? Здесь нужна дрель, потому что здесь немножко идет как бы непонятной какой-то стены, которая выталкивает дюпеля, вот, а дальше идет кирпич, представляете, короче, нужна дрель такая мощнецкая, чтобы нормальную вешалку сюда прикрепить, у меня, видите, все пооблупилось тут,
И, короче, ну она висит, как бы нормально, мы сюда такие вещи, именно в которых ходим сейчас, раз-раз там закинули, и все. Короче, вот что сделала. Потом вот здесь, смотрите, решила вот этот цвет делать именно сюда, потому что он идеально сочетается с ковролином, но здесь полы тоже какие-то не бетонные, а какие-то сыпучие, они сыпятся, поэтому здесь нужны вот эти болтики. Мы только использовали свои, которые были. Те, которые в комплекте, они вообще такие малюсенькие, на них ничего не держится. О, дверь уже заляпанная. И вот, видите, ну, наступаешь, он плохо держится. Здесь хорошо сделано, да, не знаю, то есть, ну, как бы хорошо, видимо, схватилось, а здесь нет. Короче, надо будет ехать в Леруа, мы будем смотреть дюпеля, вот эти вот какие-нибудь более длинные, все такое. Короче, здесь будет вот такой, и я думаю, что, возможно, и, ну, как бы там мы будем делать, не знаю, короче, что будет, но здесь вот будет вот такой плинтус. А вот здесь, где туалет и ванна, кто-то в комментариях написал, что, ну, подбирай под цвет дверей. И здесь мы сделаем другие плинтуса именно в цвет. А самый в цвет — это только то, что вот подходит. Ну, вот, короче, здесь у нас будет вот такой. Я думаю, он как-то так сливается, здесь более-менее, короче. Ну, это я другой показываю, этот я верну. Это специально для этих разъемов будет. У меня здесь куча лежит. Дорогу сделали сегодня вот такую вот длинную. Это Дэня сам, кстати, сделал все. Ну и, кстати, еще хотела сказать по поводу наполнителя, который я взяла новый, номер один называется, да. Вот сколько уже неделя прошла, по-моему, как я взяла. И я убирала только за ними, когда, ну, по-большому они там сходят, да, просто в унитаз там скидываю. А так они там по-маленькому ходят, и все, оно как-то остается на дне, я перемешиваю, и, в общем-то, уже, в принципе, неделя прошла, вот вдвоем они ходят, уже надо новый покупать. Стоит он, получается, 500 рублей, если им 500 рублей на неделю, то, получается, 2000 будет уходить у меня на наполнитель в месяц. Ну, такие дела. Но мне нравится, запаха нет. Ну, то есть, если убираю то, что нужно, да, то запаха нет. Именно запах мочи держит. Так что наполнитель номер один. Пока что попользуюсь им. Кстати, очень мне понравилось делать так яичницу. Вот сейчас я намешала одно яичко, добавила там, ну, пару столовых ложек молочка. Вот такого, кстати, молочка у меня сейчас. Перемешала, посолила. Вот сейчас закрою на одну минутку в микроволновку. Дынька, омлетик ест. Он реально очень вкусный, нежный получается. А вот и Кристофер Робин к нам идет. Сама такая. Мы типа зимой, Кристина! Он тебя по WhatsApp уже Кристина увидел, говорит, Кристина звонит, Кристина придет. Да и кофе попьешь хоть? Да. Короче, Крис приехала, вот я ей кофе налила, и она поехала, она за кофе огромное приезжала. Спасибо вашему эксперту Селене, вашему блогеру, который... Прислушивайтесь к ней. И всем пока-пока. Можете помочь материально. Все, на связи, короче. Можно подарочки. Нет, можно подарочек. Сегодня, как я вам сказала, уже мы проспали в садик, да, и никуда не пошли. Я потихоньку что-то тут то прибираю, то приготовлю. Сейчас я приготовила гречку с мясом, кушает, уже должен поесть. Денечка, гречка еще осталась, давай, поедем. Сейчас поедем за посылкой. Две посылки мне курьеры звонят уже. Мне надо одну, вторую посылку забрать. Сейчас уже соберусь, поедем. И сегодня договорилась с бабушкой. Бабушка, кстати, у нас не уехала, насколько вы помните, да, мы ее должны были провожать. Бабушка Надя. Она не уехала, она осталась, пока здесь останется временно еще. Для удобства ей сняли жилье здесь в нашем ЖК, вот, чтобы ей было комфортно и удобно. И сегодня вот я позвонила ей и говорю, что Денечку оставить. Вот, ну, она мне говорит, что если что-то надо, все, звоните мне, там Денечку оставляйте. Вот, но сегодня вот такая получилась история, что прямой эфир мне лучше бы без Деньки проводить, потому что он как видит камеру, он начинает лезть в нее, кривляться, а мне прямой эфир надо час провести спокойно, показать продукцию. Я говорила уже, что в приложении Zoom я веду эфир и показываю продукцию, которую я там купила, распаковываю прямо в прямом эфире.
Если кто-то на такой эфир хочет попасть, то следите за моим инстаграмом, я в сторис там оставляю ссылку, по которой проходишь и попадаешь на этот эфир. Вот. И все, сегодня договорилась. Денечку оставлю на пару часов, может, она с ним погуляет, проведет время, в общем, в любом случае. Дома я буду одна снимать эфиры, это вообще очень важно. Еще сегодня у нас должен быть бассейн. У нас сегодня должен быть бассейн. Да, блин. А у меня в 6 часов заканчивается эфир, а бассейн в 18:30. И надо сразу мчать за Деней, получается, к бабушке. И сразу же в бассейн. Надо не забыть про этот момент. У меня память такая реальная. Я могу провести эфир, все мысли там, и просто выйти такая и начать отдыхать, идти за Деней не спеша, а потом... Блин, надо будильник поставить прям. А, кстати, еще хотела рассказать вам историю просто. Мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Я уже, конечно, может быть, что-то подобное рассказывала, но вчера нюанс такой произошел. Я была в шоке, если честно. История такая. Вчера я прихожу в садик, Дэнни выходит с красными глазами. Я говорю, что такое, плакал, воспитательница говорит, ну, сегодня вот он там себя плохо вел, не слушался, короче, обижал детей, толкался там что-то, и вот что-то он там кого-то толкнул, упали трое, и, короче, что-то там подрались, тра-ля-ля, не поняла. Я говорю, а что ударил-то? Ну, я так поняла, как воспитатель изъясняется, я так поняла, что она с кем-то разговаривала, и то есть она увидела только тогда, когда Дэнни уже толкнул парня какого-то. Вот, и суть в чем, что произошло, она не знает. Но на самом деле, прежде чем ругать вообще ребенка за то, что он там, может быть, толкнул кого-то, ну, я так считаю, да, там, может, толкнул кого-то или там стукнул как-то, да, нужно понимать конфликт. Понятно, что бить нельзя, да, детей мы не учим бить, но мы учим же детей, особенно пацанов наших, защищаться как-то, да, уметь за себя постоять. Пока у ребенка не подвешен язык, он не может ничего сказать. Ну, как бы я учу его уходить. Если тебе, говорю, не нравится, если тебя там кто-то обижает, говорю, просто, ну, не общайся, уходи в другой конец, иди играй там в свои игрушки какие-то, да. Что я говорю, драться нельзя, обижать никого нельзя. Но с другой стороны, вот прям так сильно ругать ребенка, прям, да, если его кто-то обижал, из мальчиков, правильно? И ребенок дает сдачу, как бы, да, или там, ну, вот по-своему, даже пацаны как-то, да, то нужно понимать, просто если кто-то подначивает, я знаю своего ребенка, и я видела, он у меня сам в себе, ему никто не нужен для того, чтобы играть. Он играет и играет, вот забирают у него игрушку из-под носа, он может начать возмущаться, отдай, отдай, не отдают, он начнет забирать, конечно же, потасовка какая-то будет, да, это один момент. Потом, очень часто я замечала, что есть детки такие, которые, ну, провоцируют, что-нибудь говорят, видят, у ребенка эмоции возникают по какому-то поводу, там, да, и они начинают провоцировать, а что провоцировать, чтоб что, чтобы обзывались, чтобы начали там, я не знаю, плеваться дети, плюются какие-то, да, или толкаться, кричать. Зачем это все, да? Есть дети, которые там начинают обзываться, есть дети, которые плюются, да? Есть дети, которые подходят и треснут. Это все неправильно. Но вот так они проявляют какой-то момент. Но я считаю, что подначивать и там обижать и провоцировать ребенка какому-то другому ребенку, это тоже нельзя, и это тоже должно быть наказуемо, это тоже должен быть разговор. Вот я считаю, что в такой момент... Вот в первую очередь, конечно же, ответственность лежит, мне кажется, на воспитателей. То, что, допустим, они не углядели. Из-за чего конфликт? Кто кого обижает? Кто почему дерется? Есть всему причина. Одно дело, если ребенок просто такой там ходит там, и, да, и всех бьет, отбирают игрушки чужие, да, это один момент. А другой момент, когда идет какая-то потасовка, что-то не поделили, кто-то кого-то обозвал, кто-то кого-то спровоцировал, можно же ходить, бегать, да-да-да-да-да-да, или там, или вообще просто гадости какие-то говорить, там, понимаете, я была свидетелем просто тоже, какие-то там слова, я тебя ненавижу, там, дети, блин, 4-5 лет, я тебя ненавижу, или там, ты урод, такое, понимаете, ну, как бы, по мне, так это вообще... Лучше пусть потреснет, понимаете, чем, ну, как бы пацан пацану, да, я не говорю сейчас о девочках.
Короче, у меня вот с этим пока что, может быть, у меня неправильный какой-то взгляд, но это как бы выработалось уже вот мой такой, да, взгляд, мой такой взгляд по жизни, потому что я ребенок, который вырос на улице, да, я знаю, что такое нападают, провоцируют, защищают. Я, как никто, знает, как уходить от конфликтов, потому что я росла, в принципе, без отца, да, и не было, и у меня был младший брат, и не было никогда кого-то сзади, кто за тебя постоит. Но в то же самое время нужно уметь давать отпор, понимаете? Это тоже нужно уметь, иначе тебя заклюют на улице, иначе все, кому не лень, будут подходить тебя и пинать. Это тоже не вариант. И я не хочу воспитать в своем ребенке, что это ты, ну ты там это, там не связать ему руки, понимаете? И он такой просто, его что хотят, то и делают люди, обижают, обзывают, да, там забирают у него игрушки. А он что ему, плакать что ли? Он мальчик у меня растет. А он будет просто стоять в сторонке и плакать. Я считаю, это неправильно. Я не хочу. Я не хочу вот с детства как раз таких маленьких моментов, чтобы ребенка как-то сковывали, ограничивали, он был какой-то забитый и боялся всего. Такие тоже и в школе, и, ну, в садике, я не знаю, я плохо помню садик свой, да, но школу я помню таких забитых детей. Когда ребята какие-то постарше, что хотят, то и делают. И могут сказать тебе, ты урод, там, и так далее, там, да, или что ты тут стоишь, вали нахер, там. И вот эти все моменты, вы понимаете? Для мальчика это очень важно. Ну, короче, суть не к этому. Я сейчас подведу, к чему я вообще говорю, от чего я вообще офигела. Это ладно, один момент, да, там пацаны там между собой, там все дела. И, конечно, тут воспитатель должен смотреть конфликт, почему произошел конфликт, да, из-за чего. Поговорить с одним мальчиком, что драться нельзя, с другим мальчиком, что провоцировать, обзываться, да, забирать игрушки, если ребенок играет уже в какую-то игрушку, забирать у него эту игрушку, если это не его личная какая-то, да, это не имеет права. Ну, то есть это разговор, уже такие взрослые дети, они уже должны понимать эти моменты, но это делается в моменте, я считаю, в моменте. А не так, когда произошел конфликт, пришли вы там домой, уже 1000 конфликтов других произошли, и вот это разговаривать с ребенком дома, а ты помнишь, а вот это... Нет, конечно, можно, надо, да, но это не, я считаю, что это не, как бы, короче, это может быть бесполезным, вот. Важно именно в моменте это все решать, что, почему произошло. И опять же, когда мы не знаем, что произошло, я знаю своего ребенка, он просто так вообще не дерется, он просто так никого не обижает, ему дела ни до кого нет. Вот, и зато я много раз видела, когда его провоцируют, да, и когда он начинает реагировать. Более того, когда в моменте ему говоришь об этом, он даже бывает уходит от конфликта. И вот была у нас девочка в предыдущей группе, да, вот они вдвоем такие, они эмоциональные, видимо, им нужен драйв, и они друг друга задевали. Вот, и всегда говорили, что эта девочка, да, она задевала, ей прям вот нужен драйв. А Дэнни реагировал, поэтому они вдвоем, вот это какой-то у них симбиоз был. Хотя, когда воспитатели как бы раз, там говорят два, он уже уходил от конфликтов. Он говорил, не трогай меня, не трогай от меня, отойди от меня. Понимаете? То есть он уже понимает, и к чему это все ведет. Другой момент, что в прикол какой произошел с девочками, да, я всегда Дэню ругаю и говорю, что девочек обижать нельзя. В любом случае, даже если девочка провоцирует, да, то есть что я не скажу ему про мальчиков. То есть я не буду говорить, что там прям беги, давай сдачу там и так далее, да, то есть я как-то это, но я никогда ему не скажу, что стой, плачь там, да, и ничего не делай, как бы, да, я скажу там, ну, короче, что-нибудь говорю, по ситуации смотрю, но ни в коем случае не связываю ему руки, не ограничиваю, не говорю, что он не должен ничего делать, никак не должен реагировать там и так далее. Что касается девочек, я его ругаю. Нельзя девочек обижать. Почему, он говорит мне? Я говорю, потому что они слабые. Потому что ты сильный, а они слабые. Ты можешь сделать больно, обидеть. Она будет плакать, потому что она девочка. То есть, вот что касается девочек, я ему всегда говорю, уходить от конфликта. Уходи, не разговаривай. Отойди в другую комнату. Вот. То есть, насчет девочек такое. Но бывает, что мне... прилетает там, да, от воспитателей и от мамы какой-нибудь девочки, которая вдруг увидела, что Дэнни там толкнул какую-то девочку, да, там, ногой, вот недавно ситуация, то есть ногой ударил.
как все это происходило, то знаете, многие мамы могут утрировать. И вот вы сейчас поймете, почему я говорю о том, что утрировать, потому что, значит, пишет мне мама в группу, пишет, что мама Дэнни, позвоните мне, пожалуйста. И я поняла, что я уже понимаю, что так, меня сейчас будут воспитывать. То есть в садике произошло что-то, а меня сейчас будут воспитывать и рассказывать, что я должна поговорить со своим сыном, там, что так-то делать нельзя. Такое ощущение, что как будто я ему говорю, делай, что хочешь, там, вот что-то такое. Ну, короче, не суть важно. Меня эти вещи накаляют, когда что-то в садике происходит. И, значит... Так, я думаю, позвоню попозже, сейчас Дэню заберу, узнаю, что, может быть, мне воспитатель скажет. Но я как раз в группе пишу, что я пришла за Дэней, видимо, эта мама увидела, что вот она, мама Дэни, взяла мой телефон и звонит мне прямо вот в моменте. Я еще, то есть, с воспитателем не поговорила, нетерпение у человека. И, значит, она мне звонит, и такой у нее текст моноложный. Типа, поговорите со своим ребенком, вот я прихожу сегодня в сад, и он ударил ногой мою девочку. Поговорите со своим ребенком, иначе, то есть она не договаривает еще, да, и она говорит, иначе, я не знаю, если еще раз такое повторится, и я такое увижу, мой муж придет разговаривать с вашим ребенком, или я не знаю, или мой муж поговорит с вашим мужем. Меня просто это, то есть она не дослушала, не услышала мою версию, да, то есть она не услышала мою обратную связь вообще по ситуации, и она уже накрутила, что наши мужья, значит, будут разговаривать друг с другом. То есть, ну, понимаете, к чему ведет, да? То есть, ты чё? Не, сначала меня, конечно, прикрутило вот это вот, просто офигело. Мой муж придет разговаривать с вашим ребенком. Понимаете? Ее муж придет и моему 5-летнему ребенку скажет, слышь ты, блин, вот... Ты чё творишь там? Ты дурню хочешь получить? Ну, это вообще, это просто, ну... Улет мозгов, вот я понимаю, да? Или, ладно, или я не знаю, если ваш ребенок не поймет моего мужа, да, то тогда с вашим мужем будет разговор, понимаете? И я просто стопе, у меня просто эмоции пошли. Я говорю, вы что, хотите, вы начали за здравие, мы о детях говорим, какие мужья? Вы хотите, чтобы наши мужья встретились и подрались? Я по-другому, конечно, сказала, потому что у меня были эмоции. Я сказала с матом, вы хотите, чтобы они друг друга... И самое интересное, что, ну, как бы, я вообще не понимаю, вот это, я вообще не понимаю, честно, откуда это рождается. Мне кажется, это верх вообще непонятности какой-то, я не знаю, как это назвать. Гиперэмоциональный человек, что ли? Это просто... Я даже не знаю, знаете, о чем я даже переживаю? Человек это говорит, она либо так сильно уверена там, в своем муже, да, что, может быть, он у нее какой-то, там, я не знаю, чемпион, да, зачем так делать? Зачем подставлять своего мужа? Наверное, работает вообще ни сном, ни духом, и должен сейчас пойти там разговаривать с малышом, либо с его папой. А то не понимают. А то мы ж специально это травим, блин, ребенка своего к этой девочке. Ну неужели эти моменты так ну, непонятны какие-то? Ну можно просто сказать, что типа вот сегодня я увидела, ваш Дэнни там ударил там ногой там, да, ей как бы просто так вот она сидела, а он там ударил вообще без причины там, да. Неважно, даже если, ну, как бы, я не к тому, что говорю, что была причина, я к тому, что даже он там, она там отобрала у него игрушку, а он ее ударил, ну, как бы, я понимаю, там дети забирают игрушки, да, но бить это же слишком, да, то есть она могла бы сказать об этом, типа, поговорите, как вы могли бы, да, чтобы вот с таким каким-то пониманием, что это все-таки ребенок, и мне очень сложно отвечать за то, что он делает в садике, потому что в садике за этим смотрят другие взрослые и воспитывают, воспитатель называется, другой взрослый. Короче, я с этих, честно говоря, с садика и некоторых мамаш, я, честно говоря, просто в шоке. Просто в шоке. Короче, я немножко на нее наехала, в том смысле, говорю, вы вообще гоните, что ли? Мы о детях говорим, какие мужья? Это раз. Второй момент, я в шоке была с того, что идет такая провокация, да, наши мужья будут разговаривать друг с другом. Честно говоря, я всегда переживаю. Я всегда переживаю за чьих-то мужей. Да, чтобы они не разговаривали с моим мужем.
потому что у меня муж очень эмоциональный, и, ну, то есть он прям вообще за свою семью и за какие-то конфликты, за какие-то нападения, за какие-то угрозы, это просто вообще неприемлемо, это, ну, очень важно, это уважение, да, там, и так далее, то есть это вообще априори не может быть. И, как бы, мериться силами мужьям, потому что у детей какой-то произошел конфликт, у 5-летних детей. Меня это, конечно, вообще настораживает в плане ответственности вообще, в принципе, за свою семью. Ведь подобные вещи могут вообще привести непонятно к чему, представляете? Вот встретятся мужья, начнется какой-то рамс там что-то, да? Ну, то есть они вообще встретятся, и как бы, о чем мы встретились? Ну, по-хорошему, если нормальные, адекватные, как бы, да? Да типа ваш мальчик там это, ну да, я с ним поговорю, все. Или что? А ну то есть, если они встретились, это уже что-то там не решилось, что-то кто-то не поговорил, или да так и надо, там мы так и будем, да ваша дочка сама виновата, типа такие мы, да? Хорошо, мой муж поговорит с вашим сыном, слышь ты, а мой сын скажет, да пошел ты нахрен, как дети в 5 лет уже воспитателей посылают, да, например, ну он такое говорит, а, все, я с твоим папой поговорю, слышь, что твой сын меня посылает, а с какого хрена ты вообще с ним, взрослый человек, вот так вот разговариваешь, приехал тут, ну, короче, понимаете, ну, честно, для меня это все очень-очень странно и страшно, вот, в том плане, что я бы своего мужа вообще никогда бы на подобные вещи не подписала, потому что я просто переживаю за чьих-то мужей, за чьих-то семей. Зачем? Зачем? Вот, это один момент. Ну и второй момент, я так на нее наехала, я говорю, вы как бы это, я понимаю, у вас там эмоции, там что-то такое, там... Я говорю, ну вы просто мне скажите, да, там... Я в принципе говорю, не против. Если вы увидите подобный конфликт и скажете моему ребенку, я вам даю разрешение, чтобы вы его поругали, чтобы вы обратили внимание, то есть если это нужно разрешение, да, по мне так это нормальная вещь. Если бы я увидела, что кто-то обижает моего ребенка, я бы как взрослый человек, да, который что-то знает, видит больше, я бы обратила на это внимание, и я бы сказала, что так делать нельзя. Почему ты бьешь? Я всегда спрашиваю вот других детей, когда что-то происходит, почему ты ругаешься? Почему ты бьешь? Как я видела какие-то конфликты, да, там девочка берет, дай мне игрушку, к примеру, да, у другой девочки, а та говорит, не дам, та берет ее и бьет. Я увидела этот момент, я подхожу и говорю, а почему ты ее бьешь? Она говорит, она мне куклу не дает. Я говорю, а почему она должна тебе ее давать? Это ее кукла. Она хочет, дает тебе, хочет, не дает. Точно так же, когда и ты свои игрушки приводишь в садик, ну, переносишь, да? Ты хочешь, даешь, хочешь, не даешь. Правильно? Правильно. Тогда, получается, она не должна тебе давать. И ни в коем случае нельзя драться, нельзя друг друга обижать. Ну, то есть, я могу это сказать вообще любому человеку, которого я увижу на улице, если я вижу какую-то несправедливость. Ну, в принципе, могу. Я же никого не ругаю, не унижаю при этом, да? Это дети. Я понимаю, что они что-то могут не понимать, что эмоции их бегут впереди планеты всей. В принципе, так же, как у многих взрослых. Мы до сих пор взрослые, и эмоции наши враги. Если, конечно, мы правильно их не умеем в русло правильное направлять. Короче, вот, я была в шоке, и это уже не первый раз, когда ко мне мама чья-то обращается, и с такой, я вот еще раз это увижу, блин, и что будет? Да, конечно, я поговорю со своим ребенком, конечно же, я его поругаю, но мне очень сложно дать 100% гарантию, что такого не произойдет еще раз. И если такое произойдет еще раз, то что? Ну, вот какие-то угрозы вот такие, это вообще... Ну, что вы скажете? Вот что это такое? Это что? Я не знаю, это проявление. Что за проявление такое? И как бы в итоге она вроде смягчилась и поняла в итоге, что она ляпнула, проморозила какую-то ерунду, реально. Вот. И как бы, может быть, просто ни разу не видели мужа, да, поэтому думают, что вот можно так сказать, я не знаю, да. Но в итоге я ей сказала, говорю, вы если увидите такой момент, вы можете ему сказать в моменте,
потому что когда мы приходим дома и ситуация уже забывается, это немножко другой момент. Она: я сказала. Я говорю: правильно, что сказали. Что он ответил? Как вы с ним сказали? Типа, да? Ну, она там дальше что-то не ответила. И я говорю, объясняю, ей начинаю объяснять ситуацию, что вот так, за этим должны следить воспитатели, это раз. Второй момент, конечно же, что вы думаете, что я за то, чтобы он обижал девочек, ни в коем случае. Я всегда его ругаю, я всегда говорю, что девочек обижать нельзя. Вот, конечно же, я с ним по этому поводу поговорю обязательно, поругаю его. Вот. Такая: ну, пожалуйста, пожалуйста, поговорите. То есть вроде уже смягчилась. Я говорю: ну и вы меня поймите. Мне очень сложно отвечать за то, что происходит в садике. Какие эмоции там, что там произошло. А может, говорю, нравится ваша девочка моему мальчику. Может, он влюбился. Вы же знаете, как мальчики подтягивают к себе внимание. Они дергают нас за косы девочек в школе, в садике. Всегда такое было. Поэтому тут, конечно, разговор. И, возможно, это не один разговор будет. И, возможно, не только я, возможно, вы вот так увидите ситуацию, вот поругаете его, и он к вам прислушивается больше, чем ко мне, потому что бывают дети прислушиваются к воспитателям, посторонним людям, они раз такие, а когда мама или папа, то фигня, немножко халатно относятся, да, и знаешь же, могут наши дети видеть веревки, а когда посторонний взрослый человек там сделал замечание, уже по-другому дети реагируют. Ну, короче, я с ней поговорила, вроде бы она поняла и в концу смягчилась, как бы. Но вот этот первый налет ее был вообще, я, честно говоря, немножко опешила. Я была в шоке, у меня аж вырвалось просто. Вы хотите, чтобы наши мужья друг друга... Просто. Ну, короче, вот такой вот момент. Что думаете по этому поводу? Так, все время я пошла собираться. Слышу музыку. Ты что тут делаешь с Милкой? Какие-то мультики. Это музло. Музло конкретное. Давай к бабушке собираться. Все, оставляю Дэню бабушке. Ага. Дэню бабушке, я правильно сказала. Не бабушку Дэню, а Дэню бабушку. Бабушку Дэню оставляю. Сейчас чем-нибудь будем заниматься. Игрушу, правда, нет. Все, да. Не, я ему дала вот игрушечку. Ну, принесешь, если что, там что-нибудь. Да, да, игрушек много, да. Что-нибудь донесу. Все, Денечка. Давай, короче. Давай. Ты с бабушкой, я попозже приду. А я провела прямой эфир и теперь бегу за малым. Посмотрим, как они время с ними вместе провели. Быстрее, ну вот уже к маминому. Ну как ты с бабулей время провел? Я не пойду. Мы в бассейн идем, солнышко. Плавать пойдем, Сережа? Сережей плавать будем? С тренером? Не хочу, если не говорю, ты умеешь плавать. Что, умеешь плавать? Ну все, мы пошли. Спасибо вам. Ага. Все, побежали. Подойду, мне тебе разговор есть. Хорошо. Ты мой щелотки. Все, увидимся, скажи. Пока. Придешь ко мне еще в гости? Да. Ты дверь тебе надо закрыть, я так понимаю, да? Да. Я сам закрыл. Хорошо. Все, папа, счастливо. Не отвлекайся. Еще разок. О, какая растяжка хорошая. А чуть-чуть. С мамой? Да. Давай пять. И плыви дальше. Девочки, представляете, как долго я этого ждала. В Леруа начали продавать вот такие штуки, которые на Джум я заказывала. Заказ мне не пришел. Короче, у меня все никак не складывалось. Это кирпичная стена белая, вы прикиньте. Вот просто офигеть. И есть вот такая кирпичная стена. Ну, не кирпичная, а типа панельки. Есть вот такие. Вот их здесь 4 вида. Вот такие. Прикольные. Вот такие, это вот они, белый кирпич вообще. Стоит одна такая, подожди, нет. 3D кирпич белый, 297 рублей. Один квадратный метр, 551. Но здесь нет квадратного метра, здесь меньше. Ну это получается. Короче, одна такая штучка 297 рублей стоит. Блин, в принципе, ничего так, если чуть-чуть отдекорировать. Прикольно, я хочу взять. Смотрите, какие красивые.
Дэнь, аккуратно. Горячий. Камины. Горячие? Не горячие. Красивые вообще. Вот, смотрите, какой. Крутой, да? Каминчик. Я бы хотела себе какой-то камин, честно говоря. Для красоты, для освещения такого томненького. Хотя это все можно сделать на телевизоре нынче, и я уже делала, и тоже очень уютно, кстати, получается в квартире. Кстати, что я взяла, девчоночки? Я все-таки взяла эти панели, потому что, честно говоря, мягкие. Это новинка у них, и просто вообще я в шоке, потому что я очень давно мечтала их заказать. Я попробую, посмотрю, что будет, и думаю, что к концу тому, ну, как бы они повисят, я посмотрю, понаблюдаю, возможно, они мне быстро надойдят, и уже потом я захочу что-то сделать хорошее, уже не кирпичное. Короче, я ими грезила, они должны быть. Ценник, конечно, у таких вот, это кирпич натуральный, совсем другой, да, сейчас я взяла там все 15 этих панелей, ну, считай, по 300 рублей, там, на 4500 получится. А это, конечно, уже совсем другой ценник, другая работа, те я сама приклею, а эти уже кто-то должен делать. Вот. Ну и не факт, короче, что я захочу в итоге кирпич. Возможно, он мне надоест, поэтому это моя маленькая прихоть. Муж против, говорит, что за уродские панели. Ну, короче, я потом расскажу вам, когда буду делать видео отдельное, все покажу до-после. Есть еще вот такой подешевле кирпич. Ну, и честно говоря, я люблю кирпич покрупнее. То есть мне вот такие вообще вот мелкие не нравятся штуки. Я люблю, если кирпич, то вот прям какой-то крупный вот. Чем больше, тем лучше кирпич. По мне, так видите, отличий особых прям сильно визуальных нет. Ну, кирпич и кирпич. Просто этот более идеально положен. А этот более весь такой, ну, разный у него, видите? Опиленный там разный, покоцанный. Вот. Короче, поглядим.